Торжественное открытие общественной приемной по обслуживанию ветеранов войны приурочили ко дню освобождения Краснодара от немецких захватчиков. Пригласили ветеранов, представителей депутатского корпуса, общественные организации. Концертная фронтовая бригада из библиотеки имени Пушкина встречала гостей в холле здания. Здесь в определенные дни и часы специалисты соцзащиты и районной администрации будут консультировать ветеранов по правовым вопросам. Чтобы не растерялись наши ветераны, мы приняли такое решение, администрация города приняла такое решение, чтобы в каждом районе работала общественная приемная по оказанию безвозмездной юридической помощи. И здесь ежедневно составлен уже график работы юристов пенсионного фонда, юристов соцобслуживания, социального центра социального обслуживания. Дальше у нас будут привлекаться юристы фонда социального страхования. У нас привлечены юристы администрации города.